Сотку верни! А Сашка сидит, пьет уже третий стакан. Второй. Ладно, второй. И сейчас пойдет за третьим. И не кола, не раз кола. Такие пепси-херы, а сейчас лимфа. Да ладно. А потом и лимфа. А зай знай тут напиток. Неправда. Правда. А зай знай, как страдать херню и нихера ничего не делать. Think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Всем привет, друзья. Я сейчас по традиции зашел в Burger King. Жду своих друзей, пока не приедут в эту чертово место. Ну ладно. Заказал я по минимуму две картошки фри по акции. Ну, так, по дешевенькому и 0,5 стаканчик. Мне, в принципе, больше ничего и не надо. Сейчас буду их ждать. Не смотри на мета. Друзья, ну что, я стою, жду, пока они не доедут. Прошло около получаса, они до сих пор не едут. Сейчас постою в таком прекрасном месте. Подожду их. И сделаем такую мини-съемочку, думаю. Что-нибудь заснимем. Либо влог, либо прятки, либо ну что-то типа этого. Ну сами увидите, короче. Потому что я это не могу сообразить. У меня мозги отключились. Я всю ночь не спал. Пёрки меня снимают. У меня новый кривожопый оператор. Да. А Сашка сидит, пьет уже третий стакан. Второй. Ладно, второй. И сейчас пойдет за третьим. И не кола, не раз кола. Такие пепси-херы, а сейчас лимфа. Да ладно. А потом и лимфа. Серьезно? Серьезнее некуда. Ну не смешите меня, господи, дай мне допить. Лед. Сплошной лед. Я хочу заболеть и не идти в школу. Присосался, да? Закончилось, идем наливать. Вот тебе попробуй просто. Смотри. Фу, попадай. Ну, многовато тебе будет. Саш. Застрял. Я не знаю, это не я. Это не я. Он сам автоматически сломал. Да, конечно. Попробуй. Нормально. А зай знай тут напиток. Неправда. Правда. А зай знай, как страдать херню и нихера ничего не делать. Неправда. Зайдет.
гуляю. Привет. Ай. Сейчас эти подойдут. Еще одна компания. Которых людей. Кто? Я не знаю, сколько подойдет. Тебе три человека, кто еще? Ты, ну, я? Ты, я, еще он несколько взял. Еще потом подъедут. Что, нам в ту сторону? Сейчас им сюрприз делаем. Что ты делаешь? Сюрприз делаем. Подъедут. А, вот и они. Нет, какие девчонки? Вот эти трое? Да, вот эти трое. Ну, вот такие люди. Здесь познакомились. Идем за ними. И что стоим? Кого ждем? О, ты уже здесь? Я уже давно здесь. Иди сюда. Ладно, мы сейчас в KFC. Ну окей, мы тут. Сейчас скоро выезжаем. У меня ботинок из-за тебя разбежал. Правильно. Неправда? Неправда? О, мое имя у тебя на этих. Что? Где? Александр. Я секретарь. Ты серьезно? Да чтоб ты стеснялся камеры? Да никогда. Я шар. А? Где Ашар? Далеко. Почему далеко? Потому далеко. Ну, да, далеко. Да ты задрал! Не, не идем туда. Пойдем посмотрим, что в андерлайне есть. Пойдем. Ни разу не был. Серьезно? Сейчас не скажут, как их оставляем опять. Да по-любому. Богатцы их тыкают, а? Уже 5 минут. Все, пока. Ой, дурак, а. Не, ну это уже интересно. У вас такая мини-камера? А, да. Это GoPro. Ну да. Я снова с вами! Пошли дальше. Слышим, дурак. Саш. Да ты меня бесишь! Значит, мы идем за Лехой. Мы преподавали, как если Леха заработал, типа это за счет нас, типа, не снимайте в толчке видосики. Не вяжите, когда люди ссут.
Пока какой-то Серёж не имеешь права снимать. Смотри, чтоб камера видна была. А вон Лёшка. Лёха, мы сняли, короче, запрещенное видео. Нас, короче, это срать нельзя, а видео можно. Ребята, вот, открой, читайте обалденные книжки. Да, только еще не начал читать, не смей читать без меня. Он уже прочитал, наверное, сначала. Не смей без меня читать. Ой, извините, пожалуйста. Ой. Теперь ждем, короче, это наши шкурки. Где они? Они в толчок пошли. Лёшка, ты как там? Нет. Ну я пойду покупать. Вы же как пара. Да. Сразу. Сказали типа срать пошли, а на самом деле перданули в толчки и ушли. И купили книгу. Из-за этого он обиделся. Что мы якобы посрать сходили. Ну мы пернули. Сейчас как посрал. А тебе камеру можно увеличить? Нет. Это от штатива. Ясно. Нет, просто... Я знаю, как они хитрят. В общем, сейчас... А вот наши шкуры. Одна проститутка и другая то же самое. А привет. Обнять! Вика! Мы уже не успеваем, ты понимаешь? Да ты куда пошла? А где Лёха? Лёх, пошли! А к тебе убегаю. За что? Меня кинули, короче, на бабло. Шли в догоне, у них моя сотка. Сотку верни! Вы идете в прятки играть? Мы там я! Ну иди, если хочешь, иди. А на какой фильм? На кролик какой-то там. О, сколько стоит билет? 460. Вот, сука, мне не хватит. Да го в прятки. Потом. А вы билет купили уже? Нет. Ну пошлите и поиграем. Вы твари. Они больше не идут. Нас кинули. А где Лёха? Они... Друзья, сидим, отдыхаем, ищем. Ну как ищем? Кривожопа ищем немножечко. Мы рюкзак еще потеряли. Почему грязный такой клоун? Потеряли рюкзак в Икее. Какой рюкзак грязный клоун? Нормально. Ну нормально, сам посмотри, у них клоун. Тот пацан, который со мной, первый раз играет. Я? Попросили. На первый идем? Идем на первый этаж. О, не, вообще розовенькая. Ну, розовенькая как-то. Она... Нет. Она не может косарь стоить. 399 рублей. Где? А, косметичка. Это косметичка? Это косметичка. Для меня прям. Все, пошли, я куплю. Не хватит. Мы, короче, сначала пошли в столовку, там хотели взяться, вот поднимаешься и сразу налево. Там стулья. Мы хотели... Там просто сесть и сидеть, как я им тогда предлагал. Вот. Мы, короче, потом пошли к складам и все. То есть мы толком нигде... Вот эти два двубоёба хотели между штольнями спрятаться. Ну я так и знал, шторы или склад. Или кровати. Нет, в кроватях мы не прятались. Мы прятались еще... Вот этот еще какой-то дебил хотел вообще в подушки залезть. Пойдем. Пару кликов и вперед отзай. Channel канал ждет особо, словно арсенал. Подписка гол, давай. Тут пару кликов и вперед отзай. Channel канал ждет особо, словно арсенал. Подписка гол, давай. Поставим палец вверх. Тут спама нет. В один момент тут лишь контент. Отзай. Channel сила бренд. Ты знаешь, что должен сделать. Тут пару кликов и вперед, отзай. Channel канал ждет, отзай.